В этом году сразу на нескольких участках дорог, связывающих различные части города Кохлоярви между собой, начались дорожные работы. Один из наиболее сложных – это участок дороги Таммику-Эдизе, работы на котором начались в этом месяце. По словам руководителя данного объекта Вадима Церра, работы продвигаются по плану и ничего непредвиденного пока нет. Но есть некоторые сложности. Единственное, что мешает, это то, что дорога довольно узкая, постоянно идет движение, приходится маневрировать много. Вот. Единственные пока сложности. Интенсивность движения даже немножко уменьшилась по сравнению с началом работ, с первыми этапами. Но хотелось бы призвать, да, водителей, что немножко, если есть возможность, объезжать желательно этот участок, чтобы не создавать пробки. В течение первой недели мая должно начаться фрезерование асфальта, что еще больше усложнит движение по ремонтируемому участку дороги. Поэтому еще раз призываем водителей к терпению и внимательности. А также, при возможности, выбирайте другой маршрут для движения.